Приятно, что народ высказал свое доверие, активно участвовал в выборной кампании. И только по Сенгилю это более 51% явки. Бесспорно, то, что мы делаем сегодня в Сенгилеевском районе, то, что делаем вместе с населением, имеет для них очень серьезное значение. По крайней мере, мы все смотрим в завтрашний день. Отсюда и получили доверие и поддержку. Считаю, что сейчас ответственная очень серьезная задача по формированию представительных органов власти. Это советов поселений, формирование комиссий, формирование районного совета. Вот мы входим в очередной этап. Ну и хочется сказать искренние слова благодарности за ту поддержку, которая оказана, да, прежде всего партии, губернатору, да, ну и мне как депутату избирательного собрания.